Йоу, ребята, всем добро пожаловать с микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в КС-очку и сегодня начинаем с вами играть на замечательном и уникальном зомби-сервачке под названием «Начало апокалипсиса». Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Данный сервачок нашел на просторах интернета, зашел на него. И, друзья, скажу вам сразу, что он мне безумно понравился, отличается от всех остальных зомби-сервачков своей атмосферой, своими режимами и многим-многим другим. Сегодня, в общем, я расскажу, составил такое вот небольшое ТЗ, чтобы вам рассказать про данный сервачок, потому что хочу, чтобы многие про него узнали. В общем, друзья, сервачок, как и уже говорил ранее, называется «Начало апокалипсиса». Идея данного сервачка заключается в том, что сервер сделан в стиле хардкора, максимальный хардкор, выживание и тому подобное. В общем, буду параллельно читать, зачитывать. Очень крутые карты здесь, сразу, я думаю, вы заметили. Очень крутая атмосфера, поэтому сажитесь поудобнее. Желаю всем приятного просмотра. В общем, сервачок в стиле хардкора, друзья мои, и смеси Half-Life. В общем, отсутствует на данном сервачке вещи наподобие там двойного прыжка, паутинки, джетпака и так далее. Типа для баланса все сделано. Далее сделан на основе зомби-плагин Advance. Ну, многие, кто шарит в модах, поймут. Так, все мертвы. Вот, у нас новый раунд, кстати говоря. Будем сейчас спрячемся, наверное. Так, со всеми пацанами нужно куда-то спрятаться. Там уже будем выживать. Буду параллельно рассказывать про сервачок. Все бегут вот в какие-то нычки. Будем, наверное, здесь в нычках тусоваться. Возьмем гранатку, тоже выбросим, чтобы посветлее нам было здесь. Вот, и потусуемся, наверное, здесь. В общем, так, друзья, параллельно буду зачитывать вам что да как. И будем стрелять и убивать зомбаков. Так, данный сервачок также вот сделан, как я сказал, наподобие зомби-плагин Advance. Но главным админом он модифицирован. Я уже списался с админом, поговорили насчет там типа сервачков вот этих и так далее. Так, в общем, дальше что у нас здесь? Ценится, пацаны, именно умение играть и выживать командой. Потому что вы один на сервачке не справитесь. Нужно вот так вот тимиться с пацанами, играть и выживать. Потому что по-другому вас сразу же заразят. Нету никакой брони, ничего. Поэтому хардкор максимальный. И онлайн, я думаю, вы заметили, что здесь постоянно 20+. Вот после выхода видосика вообще прям 30-ка будет. Поэтому следите за новостями. Вот, друзья мои. Так, давайте немножко постреляемся. Начну рассказывать дальше. У нас ограниченная, пацаны, обойма. Вот про нее тоже сейчас расскажу. Я тут позаписывал себе, чтобы вам рассказать. На сервере нет сохранения также кредитов. Вот здесь валюта не амапаки, не донат рубли там и так далее, а кредиты. На сервере так, нет сохранения кредитов. Каждая новая карта обнуляются кредиты. Начинаются с 13. То есть я уже себе 2 кредита здесь накопил. И будем сейчас смотреть. Так, отсюда меня же зомбаки не завалят. Надеюсь, если я вот здесь стану, вот так по красоте. И будем смотреть. Режимы в игре, пацаны, 10, прикиньте, это обычная инфекция, ночная инфекция, куча на кучу, противостояние, дьявол, ассасин, дракон, каннибал, выживший и снайпер. То есть многие вам режимы будут знакомы, многие мы, я про них расскажу, и также, возможно, посмотрим. Выбрать оружие закрыто, это понятно. Так, в начале раунда, в общем, нам даются рандомное оружие. И здесь ограничена обойма. Если мы сейчас перезарядим данное оружие, то у нас бросятся патроны. И останется там уже 30 на 30. Пока что 30 на 60. Поэтому как-то так. Так, вот, видите, ограниченное количество патронов. Поэтому нам нужно их как-то сейвить на всю игру. Также среди раунда здесь рандомно по карте появляются сундучки с припасами. И также с рандомным оружием может что-то выскочить. Также есть бинт на команду. Инспект. Вот, ее можно... Ух ты, ух ты, ух ты. Так, пацаны все валят, нам тоже нужно! Так, пока, пацаны, все. Всем ГГ, всем ГГ. Мы сейчас всех завалим, у них патроны закончатся. Вот. Посмотрите, какие новые зомби-классы. Здесь очень много, про них тоже немножко расскажем. Но пока что так. Голосовой чат здесь могут слышать только твоя команда. То есть, если вы играете за зомби, только зомбаки могут слышать вас. Если вы играете за людей, то есть альянс, то только игроки и люди могут слышать вас. Так, они патроны, видите, совет. Так, опа, опа, все, начинаю. 400 хп у нас, 300, и все, нас сейчас завалят. Вот так вот. Дальше, в каждой карте имеется персональная... Баланс, то есть перенастройка баланса, грубо говоря.
где-то убираются некоторые зомби-классы, некоторые спецвещи или же сама атмосфера. То есть немножко фиксится, чтобы на каждой карте был свой определенный баланс. Карты здесь также проработаны, индивидуальные такие вот. Все очень круто смотрится. Немножко про людей расскажу. Им выдается в начале раунда, как я говорил, случайное оружие, где с ним нужно бегать до конца карты, но возможно находить в картах оружие, где смело, ну, их можно смело заменить, или же купить в спецвещах за кредиты. Вот спецвещи, это за зомби, антидот, бешенство и так далее. Можем купить чума, радар, гранатовирус, мутация, плюс 500 хп, камикадзе, мотиватор и слеповая граната. Вот такие вот штучки и приколючки. Вот. Далее у нас идет оружие. Можно осматривать с помощью команды инспект. Я ее уже забиндил. Вот в начале раунда вам покажу вот сейчас. Я забиндил на букву Z. Пишите бинт. О, кстати, нам Галил дал все. Прикольное оружие. Вот, короче, голосование за карту выглядит таким вот образом. Продление карты я выбрал. Здесь можем менять. Вот такая вот прорисовка очень крутая. Для людей есть спецвещи. Это классические гранаты, стандартное оружие, противогаз, миниган, отец Григорий, это пушка какая-то, аптечка, турель-робот и броня. Противогаз защищает от гранат вируса, действует, в принципе, на всех, кто рядом с тобой. Броня дает только на два легких удара защиту. Отец Григорий, это модель, мощный дробовик, здоровье, броня. Короче, в общем, сейчас будем все тестить. И потом уже про зомбаков буду рассказывать вам параллельно. Так, новая карта, эмочка. Угу, была, пацаны, бы. Вот, на Z, смотрите, я нажимаю. Так, вот. И у нас вот такая вот анимация на каждое оружие происходит. Очень красиво и очень круто смотрится. Так, пацаны все убегают, короче, нам тоже нужно в засаду какую-нибудь. О, боеприпасы, так. Ящик с патронами. Так, вот, все, мы заюзали. Да, вот, видите, про вот эти вот ящики с патронами я вам и рассказывал, друзья. Вот, можем подходить, юзать. И все, так, у нас тьма. И нам нужно, наверное, прятаться сюда, потому что сейчас у зомбаков есть светилка, которая... Угу. Так, аккуратно, аккуратно. Так, перезарядка, все, нам ГГ, да? Нам ГГ, походу, пацаны. Та-та-та-та-та-та-та. Угу. Все, а у нас, кстати, броня была. Ну, почти, пацаны, я выжил. Почти выжил. Какой-то режимчик, кстати, я вот не понял. Мы сразу нас не возрождают. Да, вот это новый режим какой-то, я не увидел. Напишите в комментариях, кто шарит, как вам вот этот вот, как этот режим называется. Дальше, пацаны, по зомбакам немножко пройдемся. Зомби это, ну, есть зомби-классы стандартные, но каждый имеет свою характеристику. Модель, где в чем превосходит, у кого-то защита лучше, где-то выше прыгает, а у кого-то трудно заметить или же попасть. То есть модельки, я думаю, вы видели разные, вот от третьего лица, к примеру, давайте понаблюдаем. Есть дефолтные такие зомби, есть вот такие вот переработанные, есть вот такие, пацаны, по типу собаки, то ли чего это. Вот такие вот, видите? Ну, смотрится прикольно, как чупакабра какая-то. Блин, ну прикольно на самом деле. Вот, дальше что еще здесь? Ну, короче, разные классы зомби. Вот можем пройти, смотрите, классик сбалансированный, это вот этот вот зомби-класс получается. Дальше раптор быстрый, ядовитый бронированный, метрокоп живущий, пиявка, хп плюс заражение. Давайте, кстати, нычки еще параллельно посмотрим, где здесь пацаны тусуются. Учебный, прыгучий, вот такие вот, кстати, смотрите, какие, блин, прикольно палятся зомби-классы. Хедкраб незаметный. То есть, вот можем его, кстати, взять незаметно. Собака бег, плюс 3, минус 3, короче, ловитель тянет для админов. И бускливит кислота для админов. Давайте собаку потестим. Я хочу посмотреть, как вообще за нее играть. Вот, нычка, кстати, это на каком этаже, чтобы мы знали. На втором этаже есть вот такая вот нычка, где все пацаны прячутся. Видите, вот там сейчас нужно будет сюда тоже залезть и уже со следующего раунда начинать здесь выживать. Так, по классам зомби мы выбрали, язык можно выбирать, режим наблюдателя, наблюдать за ситуацией, и вроде бы все. В общем, тогда ждем следующего раунда, и в следующем раунде включаемся и будем выживать. Так, ну что же, новый раунд, пацаны, калашик. Нужно его обязательно засейвить. Так, а ящик сейчас с боеприпасами здесь будет или нет? Да, вот здесь сразу же собираем боеприпасы наши. И я предлагаю вам на второй этаж сразу же бежать. Потому что у нас калаш, нам нужно обязательно сейвить его.
Так, и куда здесь какие нычки? Вот здесь нычки есть, но здесь с двух сторон зомбаки могут забежать. Вот, мы идем сюда, пацаны, с вами. А зомби-босс дьявол, получается. У нас сейчас режим дьявола. По факту нам нужно, наверное, вообще прятаться, насколько я понимаю. Так, окей, давайте засядем пока что здесь, чтобы мы могли чуть что спрыгнуть, если зомбак будет к нам бежать. Даже вот в это окошко, скорее всего. Вот, и будем смотреть. Так, а по зомби-классам дьяволам я вот что-то пропустил. Что дает этот режим, пацаны? Ну, это, короче, как, скорее всего, обычный дьявол у нас будет. Вот, пацаны уже здесь засели, ныкаются. Вот, и он, да, вот с первой тычки убивает, и все. Поэтому нам нужно аккуратненько вот так вот сесть. Главное сейчас не спрыгнуть. Вот, где-то дьявол здесь должен бегать, потому что вот пацана завалил одного. Будем смотреть. Будем смотреть. У нас 15 кредитов тем временем. Способности зомби доступны, пацаны, забыл сказать, только игрокам с привилегией, то есть админка. Но админка здесь ничего не решает. В общем, это как модификация такая дополнительная. В общем, вот так. Спецвещи за зомби, это я вам рассказал, там есть мутация. Зомби через мутируя через определенное количество времени становится сильнее. Слеповая граната слепит людей. Только в специальных картах камикадзе наносит урон рядом с тобой, убивая всех, даже зомби. Так, ну нам нужно следить аккуратно, где у нас дьявол, чтобы он нас не завалил. Потому что он уже... вот он, видели, пацаны? Сейчас поднимется как-то сюда. И нам по факту нужно вообще прятаться. Только где нам прятаться, я без понятия. Вот, мотиватор вокруг создает круг. Кто заходит в этот круг, у того улучшаются характеристики. То есть за зомби, вот, пацаны. Так. Паренек прячется. Но нам, наверное, вообще нужно не палиться. Где он? На втором этаже. На втором этаже он. Пацаны, в микрофон уже что-то инфу дают. Вот, боссы зомби. Дьявол, вот у нас сейчас режим дьявола, это живучий. Может делать большой прыжок, имея ракетницу, которую может взять с помощью правой кнопкой мыши. То есть это понятно, жало вот это вот выскакивает. Ассасин есть режим такой, это крайне быстрый, все карты погружаются во мрак, менее живучий, но типа ничего не видно нам будет. В общем так, далее получается каннибал, это зомби с пулеметом, который способен купить вещи из магазина, то есть может призывать зомби с помощью гранаты вируса или же что-то иное. В общем, все тоже понятно. Боссы-люди, это получается выживший и снайпер. Выживший имеет миниган, это понятно, количество 1300 патрон, глок и граната заморозка. Блин, мы сидим здесь всю карту, сейчас уже 3 минуты я вам рассказываю, а дьявола нету. И мы, кстати, остаемся до сих пор в живых. Все пацаны уже здесь, но будем, наверное, отстреливаться от зомбака по возможности. Вот. Дальше, за убийство босса дается кредиты только тому, кто его убил. А битва с каждым боссом имеется своя тактика борьбы. Но некоторые карты имеют полностью темную атмосферу, поэтому там всегда нужно ценить световые гранаты и свой фонарик. Так, дьявол ликвидирован. Ариана завалил его. Красава. Так, у нас эмочка сейчас. Все супер. Эмочка, вот так тоже осматривать ее можем. Прикольно смотрится, прикольно палится. Все отлично. Глушак, наверное, оденем на всякий случай. Только зачем он нам, я не знаю. И ждем, в принципе, инфекцию. Так, патроны у нас вроде бы хватает. Граната световая у нас есть. Магазинчики, давайте посмотрим. Здесь вот есть зажигательная граната, заморозка, светильник, магнум МВП, пулемет, винтовка. Еще одна винтовка, антиловитель, броня, противогаз, миниган. Отец Григорий, вот эти пушки, турель для админов, аптечка. Турель же мы сейчас поставить, наверное, не сможем, потому что у нас нету админки. Да, все верно, братва. Аптечка, так, понятно. И, в принципе, все. Классы зомби тоже мы поставили себе собаку, чтобы затестить. Цель игры, в общем, то есть информацию здесь можете почитать. Вот для людей здоровье, скорость, гравитация и так далее. Для зомби то же самое все пишется, настройки. Существует много классов зомби, то есть... Опа, пацаны. Сорян, что-то громко крикнул, но нас сейчас завалят. Да, и все, мы сейчас за собаку по факту играем. Так, и нам нужно как-то... Окей, мы на крыше. Я даже не заметил, пацаны, как нас заразили. Так, нам нужно как-то к паренькам прыгнуть. Только как это сделать, я без понятия. Пацаны даже понятия не имеют, что я где-то на крыше нахожусь. Угу. И у нас дабл-прыжка нету. Окей, нам нужно, значит, дефолтных, обычных пацанов, которые где-то тусуются, вот как меня заразили, также заражать и остальных. Так, окей. Давай, братишка, ты не будешь...
Нет, будешь, кстати, дробовик — это темка, пацаны. Я смотрю, вот тут сейчас дробовика валят. Сейчас попробуем тоже с дробовика или купить, или залутать его где-то. Так, но здесь большое количество зомби, поэтому смысла здесь нету тусоваться. Нужно вот какие-то нычки. Вот вдвоем слаженной работой. А, здесь закрыт проход, я понял. Но у него сейчас патроны закончатся, и все, будет ГГ. Там уже пацаны к нему подбежали. Вот, видите, тоже собака такая идет. Так, давай, братан. Опа. Опа, все, изи, первый килл, все мертвы, пацаны, 16 кредитов у нас, нормалек, двигаемся дальше. Версия сера на данный момент 0.98.6. Вот, у нас галил сейчас, тусоваться я здесь не хочу, на крышу смысла тоже залезать, хотел сказать, я нету, парашюта тоже здесь не будет, поэтому нам нужно как-то, пацаны, аккуратненько, блин, хп тратим, вот так, прыгая. Так, туда мы тоже не запрыгнем. Нам нужно... Окей. Нужно, короче, как-то сюда заскочить. Так, и с этой крыши пострелять в зомбаков. Окей, только где зомби? Я пока что не нахожу их. Сразу подготовимся. Можем купить дробовик, тот, который Григорий называется. 16 кредитов. Нам как раз по факту хватает на него. Че, будем покупать, пацаны? Отец Григорий. Только нам нужно в нычку какую-то обязательно. Давайте вот купим вот такой дробовичок. Опа, запрыгиваем сразу. И как нам сюда запрыгнуть? Все, отлично. Отлично, тусуемся и смотрим. Только здесь патроны ограниченные, пацаны. Нужно будет очень аккуратно. Так, броня у нас, кстати, 255 брони далось. Я даже не заметил, каким образом, но... Как-то дали. Вот, окей. Это зомбак получается. Так, а как нам... Блин, ну он маленький. По нему очень сложно попасть. Очень сложно попасть. Поэтому, наверное, патроны не будем тратить. Вот он забирается на крышу. И сейчас еще с крыши спрыгнет, да? Будет вообще Unreal полный. Так, давай, давай, давай. Сколько у нас зомби? 5 зомбаков. И онлайн уже 30-ка, пацаны, как я вам и говорил. Так, по факту можем рискнуть и что сделать? И забраться в дом. Вот, кстати, зомби. Можем их немножко пострелять. Давайте, давайте сюда. Запрыгиваем к зомбакам. Угу. Пока я добежал, его уже завалили. Ну ладно, вот, вот, есть пацана, спасаем, спасаем пацана. А, он, кстати, дробовик скорострельный очень. Очень скорострельный. Так, можем... Вот, видите? Прям имба на самом деле лютая. Но патроны, пацаны, опять же, патроны здесь не ограниченные. Точнее, ограниченные, что я говорю. Вот, поэтому нужно аккуратно. А на дальних дистанциях он, скорее всего, плохо стреляет. Вот нам нужно по толстякам вот таким вот стрелять. Вот, и даже не я валю его. И у нас остается очень мало патронов. И один кредит мы только засейвили. Давай, 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 вот, вот, вот так. Два кредита есть. Так, сейчас мы чутка подсейвимся. Подсейвимся. Вот так, тоже не я. Опа, опа, аккуратно. Гранату, кстати, бросили. Так, этого мы не завалили. У меня 6 патронов всего лишь остается, пацаны. 6 патронов. Но будем сейвить. Так, а что за 2, за 3 кредита мы можем что-то купить? АВП-шка Магнум, пулемет за 15. АВП-шку сразу же купим чуть что. Давай, давай, запрыгивай. Я тебя сразу начну валить, потому что у нас 5 патронов. Это ограничено. Кстати, завалил, найс. 3 кредита. А почему кредиты не добавились, если мы зомбака завалили? Так, опять завалили. Еще у нас боеприпасы кончились. Нож, кстати, таким вот образом выглядит. Так, что берем? АВП-шку, потому что... Что еще? Мы больше ничего не можем взять. Турель, отец Григорий, миниган. Блин, 30 кредитов. Нужно зарабатывать деньги. Так, АВП-шка Магнум. Это обычная АВП-шка получается. Так, опа. Можем на гранатку еще... Вот, завалили тоже одного. Ой, братанчик, братанчик, братанчик. Стопе, стопе. Угу. И завалили нас. Окей, давайте другого класса зомби потестим. Какого я там хотел? Это для админов. Так, незаметного. Вот, возьмем. Это, скорее всего, вот эта вот пиявочка будет. Окей, будем сейчас тестить. Так, нам нужно завалить еще одного зомбака. Человека, точнее. Здесь два парнишки сидят. Вот, нас завалили. И по факту, да. Вот, видите, мы по карте такие пиявки прям ползаем. То есть мы еще меньше... Вот, вот такие вот мы с вами. Ну, прикольная темка. Так, прикольная. Ага. Как нам забраться-то сюда? Блин, он с минигана, походу, стреляет. Потому что я что-то
Не могу его завалить. Про админа, пацаны, тоже немножко расскажу. Ну, там, в принципе, вот зомби-классы доступны. Доступ к смене карте, к бану, кику и так далее. М9, то есть менюшка админа будет доступна. Турель создавать сможете. Классы зомби там со способностями. Ну, короче, вот такая вот приколюха. Интересно, так. А нас не видит, наверное, да? Мы можем вот так немножко двигаться. И сейчас еще завалим. Так, не увидел, не увидел. Все завалили, все мертвы. На последних секундах практически люди победили. Так, у нас эмочка, пацаны. Обязательно за патронами, заскочить надо. Обязательно, давайте заскочим за патронами. Только где они здесь находятся, я не видел. Вот, все, засейвили, засейвили. Все, можем валить, валить, валить. Только куда валить? На второй этаж нужно. Я вспомнил. На второй этаж. Даже на третий, наверное. Или на втором можем потусоваться. Можем на... Ой-о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 й. Зомбята. Зомбята вы наши, зомбята. Так, где та нычка? Вот она. Залазим сюда, будем тусоваться здесь. Пока зомби к нам не придут, правильно, пацаны? Ну, мне, кстати, нравится вот такая атмосфера. Прикольно еще с пацанами включить там микрофоны, разговаривать, общаться. Это прям имба. Будет имба. Или может нам в эту нычку заскочить лучше? Как вы считаете, пацаны? Так, здесь, потому что я не знаю, когда зомбаки... А вот, зомби, зомби. Так, стопой, стопой, братан. Ты куда? Ты куда? Нам нужно аккуратно. Сколько у него хп, я просто не вижу. А пацан нам не помогает, он просто ушел. И мы одни остались, по факту. Давай, давай, давай. Все, это... Блин. Все, а, правильно, мы перезарядились. Так, обойма дополнительно была. Сколько у нас? 6 киллов уже. Довольно-таки неплохо. Но я бы лучше к пацанам пошел в нычку, потому что... Здесь тусоваться одному прям не очень стрёмно, пацаны, очень стрёмно. Давайте попытаемся выбежать, 5 зомби. Надеюсь, ко мне никто не полезет, потому что если полезут, будет плачевная ситуэйшн. Нам хотя бы вот отсюда спрыгнуть. Так, туда уже не пойду. Так, 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 вот наша нычка. Вот, сюда залазим. Всё, пацаны тут уже тусуются, ждут зомбаков. Так, окей, смотрим, смотрим, где мы... Вот, зомбак, мы сейчас в спину его. Главное, чтобы никого не заражал. Давай, давай, давай. Все, завалили. Давайте лучше тоже в нычку забежим, пацаны, потому что так спокойнее будет. Но здесь все пацаны тусуются, видите, каткой. А по факту там же есть граната-вирус, которая может заразить. И нам будет с вами не очень круто и классно. Так, где... Ух ты, с окна выпрыгнул, братишка. Так, давай-ка ты отсюда, отсюда. Отсюда убежишь. Так, тебя завалили, окей. No problem. Где еще могут быть? Ну, я погружен уже в атмосферу вот эту, пацаны, прям выживание такого. Здесь системы еще прокачки будут, типа рангов. Я думаю, да, по киллам будем отслеживать зомбаков и так далее. Так, ладно, стреляться не буду, но патроны я бы залутал. Так, а я что-то вообще расслабился, пацаны. Сейчас по факту один чирк, и все, и нам ГГ. Только где ящик с патронами? Вот, все. Ой-ой-ой-ой, братишка, пожалуйста, не трогай меня. Угу. Ну, я сам виноват, доигрался. Так, и, кстати, у нас очень мало хп за этого зомби, по факту, да? 190 хп всего лишь, поэтому нужно, что нам, ядовитый, бронированный. Давайте ядовитого возьмем, потестим, как он выглядит. Протестим вот так. По факту сейчас должен быть другой зомби-класс такой армагеддоновский. И сколько у нас? 900 хп. Да, 1000, точнее. 1000 хп. Так, окей. И как нам сейчас заразить кого-то? Я без понятия. У нас спецвещи. Бешеный зомби 14. Чутье 2. Мутация 9. Броня, камикадзе, мотиватор. Что мы? Слеповая граната. 7 кредитов. Но нам не хватает. Я бы купил. И затащил бы этот раунд спокойно. Так, давай, давай, дай, дай чирк сделать. Не, меня сразу же начинают валить. И мы даже подобраться не можем к зомбакам. Нужно вообще в спину вот так вот идти. Смотреть, он должен за патронами тоже, как я, вот так вот выйти. И все, и все, и все. Так. Ну, ух ты, изи, все, пошла инфекция по трубам. Так, сейчас мы этого еще заразим. Все, мы двоих заразили. Пацаны, двоих заразили, неплохо, я на первом месте за зомби. Так, сейчас мы инфекцию распространим нормально.
Было бы прикольно, если бы я попался там на первом режиме каким-нибудь дьяволом или что-нибудь, или выжившим снайпером даже попробовать типа, повыживать, да? Было бы интересно. Было бы круто. Так, только куда нам идти? Ящик с патронами для зомбаков недоступен. Это понятно. Так, все стоят, но нам нужно заражение, которого нету. Давайте, где здесь могут... 100 хп, блин, да. Смысл залазить сюда нету, 100 хп. Так. Ну, 10 секунд остается, уже ждем нового раунда. И попробуем нормально, киллов 10 сделать за раунд, постараемся. Наверное, будем залазить сюда, в эту нычку, и чуть-чуть подальше. Сразу же патроном сейчас затарим, пацаны. И все будет good, good. Кредитов, кстати, 7 у нас. Так, эмочка. Так, сразу же за патронами. Патроны, где они? Патроны. Так, патроны взяли. На пистолет тоже взяли. Еще вроде бы. Можем убегать. Ну, пацаны, не стопьте. Потому что нам нужно убегать отсюда. Так, убегать только куда? В нашу нычку. А наша нычка находится... Опа, братанчик. Братанчик. Ну, давайте можем... Все, его завалили, окей. Так, аккуратно тусуемся. Смотрим, инфекция. Я бы даже хотел первым зомбаком быть, потому что за зомби здесь прикольно выживать вот так вот. Так, инфекция уничтожена, окей. Ну, сервер, дашь мне шанс показать тебя в роли зомби? Кстати, дробовик у нас, а это по факту имбовая пушка должна быть. А, патроны. Я забыл про патроны. Про патроны я забыл. Такс, окей. Патрончики наши. Все сразу за патронами. Все, залутали патроны в пистолетик и убегаем. Потому что сейчас может быть инфекция и всем будет ГГ. Смотрим в обе стороны. Смотрим. Так, ух ты, сразу же два зомбака здесь. Сразу же, вот, инфекция. Сейчас мы их завалим. А, вон антидот взял. Можно же антидот брать, пацаны, я и забыл. Так. Ну, давай. Сколько у тебя ХП? Может, что... Я лох, пацаны. Он инфекционку, скорее всего, бросил. Но у нас 11 кредитов. Бешеный зомби мы можем здесь купить. Так, нужно смотреть по домам, потому что кто-то сейчас по-любому за патронами спустится или что-нибудь типа такого. И мы здесь заразим. Правильно, пацаны, я понимаю. Так, окей, открываем решетку. Вот пацанчик, которого мы сейчас в спину завалим. Бешеный зомби, чутье. Так, антидот. 7 кредитов. Кстати, можем лучше взять антидот, скорее всего. Давайте тогда в нычку залезем. Возьмем антидот. Потому что никого заразить я пока что не могу. Кстати, на крышу можем забраться. Если нас не завалят. Пожалуйста, не валите. Дайте мне на крышу килл сделать. Нет, взяли. Нужно с другой стороны карты, значит, обойти. Так, здесь там много игроков. Вот, лестница. Давай. Дай забраться на... Все, должны сейчас... Угу, он стоит. Там два паренька даже вроде бы стоят. Окей. И как нам забраться? Антидот не хочу пока что брать, потому что мало зомби. Не особо интересная инфекция будет. Вот. Подождите, голосование начнется в следующем раунде. Как раз карта меняется в следующем раунде, и у нас шанс сейчас что-то сделать за зомби. А мы с вами, пацаны, не... Ой, спрыгнул. Давай, братка. Братка, мы присядем. Давайте лучше 200 хп заберем. Нет. А, он прям стоит на крыше. Я понял. О, вот это админ, походу. Блин, я на правую кнопку мыши черканул его. Ну, нормальный такой паренек, да? Прикольный. Так. 2 минуты. Хотя бы один килл нужно. 8 зомбаков пока что. Но нас топят. Нужно... Короче, пацаны, здесь суть в том, что нужно вот так вот с зомбаками общаться в голосовом чате и планировать нашествие. Вот, к примеру, он идет сюда... Все зомбаки за ним. На второй этаж. Так, все, заразили. Отлично. Так, 12 зомби уже. Так, а этот ящик нельзя же двигать? Нельзя, ок. Так, там тоже никого нету. Он стоит такой, смотрит на нас. Смотрит. Ну, уже 15, неплохо. 15 на 15 играем. Но это лучше, чем 8, правильно? Ну, сама атмосферка, пацаны, очень прикольно. Даже я вот...
Помимо ролика, вот сейчас погружаюсь в эту атмосферу, вот сзади, видите, подходит его чирка, тоже еще один чирк, и ему ГГ будет. Заразим, вот, его уже заразили вроде бы по чату, смотрю. Так, окей, смотрим, можем на крышу сейчас, пацаны, на крышу потестить, есть ли кто на крыше. Не-а, никого, никогошечки, но атмосфера погружает реально в себя, вот стоит паренек, которого мы сзади сейчас, опа. Опа, заразили, по красоте заразили, подкрались, он не ожидал этого, вот видите, вот такой геймплей здесь, очень интересный и очень крутой, так, ну туда мы не запрыгнем, понятное дело, вот, поэтому как-то так, здесь колодец, так, 21 зомби, практически инфекция уже, вот сюда можем попробовать сейчас кучкой, у всех закончится... броня жизни и так далее. Мы можем постоять здесь, подождать, пока зомбак вылезет, человек точнее. Так, вот его сейчас будут стрелять, стрелять, стрелять. Мы попытаемся зайти. Попытаемся, сейчас он патроны все еще потратит свои. Давай перезарядка. Давай, родной. Все, с пистолета ГГ. Видите, пацаны, сообща мы все сделали это. Потому что на двух игроков у него не хватит, следовательно, патронов. Вот, такой сервачок у нас на сегодня был, друзья мои. Если он вам понравился и хотите продолжение здесь выживания, обязательно ставьте лайкосик, пишите об этом в комментариях. Вот, зайдем еще раз, поиграем здесь, повыживаем. Поэтому, думаю, получится интересный, крутой видеоролик следующий, вот. Поэтому жду вашего фидбэка в комментариях. Ну, а с вами был РМЗ Сидела. Всем хорошего, чудесного настроения. Все ссылочки на сервачок в описании. Всем удачи, братва, всем пока. Пока-пока-пока.